Юрист Олег Дебров скончался сегодня, не приходя в сознание. В начале июня он подрался с Евгением Панасенковым и его другом в центре Москвы. Состояние Олега Деброва, по мнению врачей, оценивалось как критическое. Он продолжал находиться в коматозном состоянии после драки с блогером Евгением. Пострадавший во время драки с Панасенковым до сих пор находится в коме, передавал вчера Telegram канал 112. Там добавили, что Дебров полностью дезориентирован и реагирует только на раздражители. Прогнозы докторов были отрицательные, и шансы на его выживание были крайне малы. Тем не менее, медики продолжали бороться за его жизнь. Блогера и историка Евгения Панасенкова задержали после драки в Москве. Появилась информация о том, что именно он ударил пьяного мужчину на Арбате. В результате этого инцидента пострадавший находился в коматозном состоянии с тяжелыми травмами. По нашей информации, все это время 55-летний мужчина лежал в коме, был подключен к ИВЛ. Также у него была полная утрата движений конечностей левой стороны тела, летальность 85%. Сейчас решается вопрос о переквалификации уголовного дела и об изменении меры пресечения Рамису Зарипову, приятелю Панасенкова.